И категорическое доброе утро всем странникам пустошей. Мы начинаем наш рейд страданий, который, я надеюсь, будет настолько же болезненным для меня, насколько он будет болезненным для тех, кто отважится посмотреть эти видеонарезки. Вся боль, которую я намерен впитать сейчас, играя относительно незнакомым для меня классом, пусть это и воин, который считается относительно простым, ну, они будут в целом искренними. Хотя, конечно, посмотрим, насколько все будет хорошо или плохо. Потому что я подозреваю, что все будет чрезвычайно плохо. И начнем мы, конечно, со здорового суицида, потому что, ну, кто не полезет на кристальную ящерицу на первом уровне? Ну, правда. Ну ладно, не на первом. Не вертись. Не вертись, говорю. Не вздумай. Не вздумай. Подлая зараза. Нельзя. Плохая ящерица. Я сказал, плохая ящерица. Вот черт. Это была глупость. Это была глупость, извините, товарищ ящерица. Не вздумай меня убить. Только попробуй меня убить, зараза. О боже, неужели я ее убил? Поразительно. Я ожидал караван дурных смертей. Ничего, товарищ Гундир еще отыграется за поруганного коллегу. Красота какая! Лепота. Здесь мы решили начать безбожно тормозить, потому что почему бы и нет, собственно говоря. Я чую костерок, к тебе вернусь несколько раз. И ведь красиво. Ну что же, уважаемые коллеги, у нас есть несколько вопросов, которые категорически необходимо обсудить. Я не помешал? Отправим спинку. И мы заходим на арену, которая явно не является местом для драки с боссом. Ну что ж, пришел час позориться. Здравствуйте, товарищ Гундир. Знаете, я немного удивлен тем, что он умер с первого захода. Не то, чтобы я сильно расстроился по этому поводу. Я просто немного удивлен. Ну, примерно как человек, который немного удивлен, что с первого захода прошел по канату. Потому что обычно я сливаюсь на Гундире самым дурацким и позорным образом. Например, забыв сделать перекат, при том, что в этот раз мне не пришлось сделать ни одного переката.
Здорово, чуваки. Известный факт. Наглость — второе счастье. Поэтому отправляемся страдать на высокую стену Лотрика. Попробуем добраться до Ворта в первый заход. Здравствуй, чувак с стрёмной красной рожей. Вот тебя-то мне и не хватало на экране. Мне нравится, что отсюда открывается вид прямо на дорожку к последнему боссу. Ну, не то, чтобы прямо к последнему. Скажем, к предпоследнему. Не надо кричать. Во-первых, это невежливо. Так. Ну, сперва, конечно, надо подняться наверх и забрать самый ценный предмет в игре. И не сдохнуть при этом. Похоже, что они проснулись. Хотя, может, и нет. Не надо. Я вас бесконечно уважаю, сударь, но не настолько же. Да, вот он. Вот он, самый ценный предмет в игре. Один недостаток: Гвиниверу сюда не завезли. Немного электрорезинки. Очередной сеанс массажа спины, потому что это полезно. Когда болит спинка, это так неприятно. За что я люблю копейщиков, так это за их стремительность. Они просто несутся на тебя, сметая все преграды. Ладно, хорошо, чё. Здрасте, товарищ дракон. Я вас уважаю. Я вас сильно уважаю. Не надо. Спасибо. Ваша мучительная смерть будет очень полезна для нашего дела. Предположим, что это была ошибка. Спасибо, спасибо. Нет, 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 нет. Ну, товарищи. Я, пожалуй, встречу вас в узком месте. По этой причине. Теперь мы, как рациональные люди, захватим очередной костер.
Это была большая ошибка. Я выжил. Уходим в силовой билд. Самое смешное, что в этот раз этот гадюныш за мной даже не подумал увязываться. Мне нравится, что этому чуваку в целом все равно. В принципе, его мировоззрение довольно близко мне. Я понимаю, чего он хочет от жизни. Абсолютно ничего. Ее. Переключаем, врубаем режим нахальства. Нет, спасибо. Нельзя так делать. Это просто невежливо. И стрелять по мне нельзя. Да что ж такое? Почему люди не могут понять, что я просто здесь брожу? Я никого не трогаю, кроме тех, кто трогает меня. И тех, кого я трогаю. Ну, он сам подставился. Попрошу заметить. Не я его заставлял так делать. Широкомеч. Зеленое цветет. Точно по... Ага, вот он. Вот он, родненький. Шундучок ты мой ненагладный. Так, а вот теперь интересный момент. Как спуститься вниз и не умереть? Нет, 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 не так. А ведь это был хороший план. Это был хороший план. Нифиг мне тут превращаться. Я не разрешал. Так, ящерица. Ах, скотина ты, ящерица. Теперь будем действовать аккуратнее.
Здорово, собаки. Давай агрись уже. Спасибо. Спасибо. И этот ключик позволит выпустить нашего вороватого товарища. Итак, у меня остался один глоток эстуса, и мне надо как-то разобраться с толстобузиком. Подозреваю, что это пройдет не очень хорошо. А ты откуда? Это выжил вот тот чувачок. Ты меня не прибьешь. Из плюсов я выжил. Из минусов мне нечем лечиться. Нет, мне есть чем лечиться. Здорово, мужики. Ну конечно. До свидания, мужики. И мне надо грейднуть топорик, потому что хороший топорик — это лучше, чем просто топорик. Well, Matt, it's good to see, wasn't it? Pretty. Welcome home. Very well, then. Инвестируем в выносливость. Так, не. Ну, скажем, начало многообещающее. По одному. А теперь к чуваку со щитом. Какие же вы надоедливые. И выслушав стрекора бобрехни, надо бабульку обобрать.
Второго раза получилось. Поразительно. Только не вот так. Минус товарищ Ворд. Хоть что-то радует в этой жизни. Чем мне нравится эта сцена, так это тем, что отсюда видно абсолютно все участки игры. И Иритиль, и собор глубин, и деревню нежити, и, судя по всему, даже пик архидракона. Ну что ж, поднимаем флаг и заканчиваем на этом первый мини-летсплей о страданиях в темных душах. Всем, кто осилил это мучение, спасибо. Вечное спасибо. Потому что мир темен и мрачен. И полон йогурта.